Мы занимаемся информационно-просветительскими проектами по всей России. Мы пригласили в город Новосибирск проект «Бизнес-молодость». Это самый успешный в России проект по созданию и развитию собственного бизнеса. В течение двух месяцев Новосибирск, Новосибирская область будет гордиться сотнями новых бизнесов. Мне интересно послушать тренинги. У меня есть свой проект, который я хотела бы осуществить. Мне нужны просто начальные базовые знания. Как бы здесь очень много людей, очень много информации, которую можно получить просто. Такие мероприятия направлены на то, чтобы развить молодежь какую-то бизнес-жилку. И сегодня, я думаю, они достаточно многое, что я в том числе подчеркнул от нашего сегодняшнего бизнес-тренера. Сегодня к нам приехал бизнес-тренер, называют под названием «Бизнес-молодость». Вот здесь находится именно та молодежь, которая пришла сама, которая изъявила желание, которая зарегистрировалась в сети и которая очень интересно развивает данное направление.